Здравствуй, дорогой друг! Тебя приветствует клан Альянс Серая Лига. И на очереди у нас очередное оружие с очередным модом разлома. Ну что ж, приступим. А на очереди у нас такое, на мой взгляд, очередное интересное оружие, как под названием Баллистика Prime. Баллистика — это у нас вторичное оружие, которое является таким своеобразным арбалетом, имеет два типа стрельбы. Это простой на вспешку, то есть очень быстро стрелять, и второй режим с натяжением стрел. То есть, проще говоря, мы прицеливаемся, просто стреляем, и с натяжением мы выстреливаем энное количество стрел, которые наносят дополнительный урон. Ну, перейдем же к билду и посмотрим, что я там поставил. А поставил я то следующее по ГОСТу. Все очень тяжелое, сразу говорю, все очень дорогое. Ну, посмотрим, как это тяжелое и дорогое будет у нас проявляться против противников сотого уровня. Конечно, скажу сразу, из клана мне этот мод подогнали. Спасибо рейдеру, который мод мне дал в аренду. Но, тем не менее, сейчас посмотрим и узнаем, на что данный мод способен. А в билд мы поставили следующее. Торосы увеличивает нам общий урон на 220%. Пистолетный гамбит Prime увеличивает нам шанс крита на 187%. Дробитель Prime увеличивает нам множитель крита на 110%. Двойной ствол увеличивает нам мультивыстрел на 120%. Который нам придает общий урон и поднимает нам эффект статуса. Смертоносный ливень придает нам скорострельность, это наше натяжение стрел, и увеличивает до кучи мультивыстрелов, что придает нам еще больше урона и еще больше статуса. Тряска и чумной пистолет придает нам эффект коррозии и поднимает нам и еще больше статуса. И наш мод разлома, который нам подогнал рейдер. Который нам увеличивает мультивыстрел аж на 105 единиц, что придает нам еще больше эффекта статуса и общего урона. Ну и соответственно общий урон на 173 единицы. Все смотрится очень охеренно и классно. Если мы данный мод снимем, то и посмотрим, что у нас статус теряет 9%. Уроны основные, как разрез, теряет где-то 1300. Пронзание теряет у нас в 2 раза. И коррозия у нас почти в 2 раза даже больше теряется. То есть мод очень охеренно апает баллистику. Ну, давайте же смотреть, на что данная баллистика способна. Будем тестить первый раз, потому что мод мне дали ненадолго, буквально на вечерок. Но тем не менее, нам этого хватит, чтобы посмотреть, на что баллистика способна. На вспешку довольно-таки неплохой урон. Но мы-то, конечно же, Акалексами избалованы, и Акамагнусами избалованы, и Акселетами избалованы. Ну, урон так себе. Не огонь, ну и не говно. Такой хороший, славный середнячок. Давайте попробуем же этих же крипов, но уже будем работать с натяжением.
натяжением, конечно, больше урона, гораздо больше. Но тут все спорно. Пока вы натягиваете тетиву, огромный шанс есть, что вас просто перехерачат к стене. Так, ну и отлично. У нас сработала баллистика, то, что когда мы убиваем с натяжением врага, противник убитый на нашей стороне воюет буквально пару секунд. Так, ладно, попробуем с этим эффектом поработать. Заберем пулеметчика. Давай, тень, работай. Ну и тень поработает секунд 5, не более того. И у нас возникают же первые проблемы, это проблемы с патронами. Если у вас нет носителя Prime, желательно Prime, конечно, версии с трансмутацией патронов, то с баллистикой будет у вас такая небольшая проблема под названием охеренная проблема, потому что вам будет не хватать стрел. Либо запаса обоймы, называйте как хотите. Ну, если честно, то урон, да, урон есть, но он не такой хороший, как, например, на Камагнусах и как на Калексах. Безусловно, он есть. Он есть хороший, особенно если вы не мажете прицели. Я-то потому что мажу без конца. Я такой игрок. Мне что попроще, что полегче. А так вроде как бы хорошо. Кстати, в последних комментариях писали мне, что почему аниме. Но ведь, сука, красиво. Ну, тем не менее, продолжаем. Сейчас еще раз постреляем на спешку из нашей баллистики. Ну, хороший урон, но не такой классный. Хотелось бы, конечно, в несколько раз больше, как минимум в два раза больше. Давайте для сравнения, чтобы нам далеко не ходить, возьмем в пример баллистики самое популярное оружие, что у нас есть. Это у нас есть Акалексы. Вот, очень будет хорошее сравнение. Билд примерно такой же, тоже мод разлома у меня имеется, подобный. Конечно, чуть похуже, чем на баллистике, здесь у меня пронзание и урон, а у баллистики урона мультивыстрел, ну вот какой он есть. И вот в сравнении просто возьмем вот Акалексы, насколько у нас Акалексы будут лучше, не лучше справляться, чем нежели баллистика. Охренеть, все пули пошли, да? Но тут я еще тот стрелок. Очень сильно мажу. Ну, урон примерно такой же. Ну да, урон примерно такой же. Так что чего уж греха таить, что баллистика, что Акалексы неплохо справляются, если в пример еще взять, что я могу вам еще показать. Ну, давайте в пример еще Акамагнуса покажем. Тема еще та больная, то есть точно такой же билд, и здесь у нас идет пронзание и мультивыстрел. То есть примерно все у нас идет одинаково. И посмотрим, как данное оружие у нас отлично справится по сравнению с нашей баллистикой.
Ага, благодаря пронзанию то на вылет, но свой как хорошо идет, если не противники в линию встают. Вот поэтому я кромсание это прайм и обожу, вернее. Кромсание прайм. Любое кромсание я обожаю, а вернее пронзание на вылет. Все у меня кромсание в голове летает. Ну, одинаково. Все примерно одинаково, все примерно у нас относительно. И давайте же возвращаемся к нашей баллистике. Вроде посравнивали, что у нас по сравнению с Акалексами Прайм, по сравнению с простыми Акамагнусами, с модом разлома, то есть вроде как бы ничего. И не хорошо, и не плохо, но такой середнячок. И не имба. Ну и может навалять. Так, а если бы у нас такой интересный вопрос бы возник, если там у нас хороший порог разреза? Да, разрез есть 2000, ну давайте тогда поменяем нашу коррозию на вирус. Вы же любите вирус с разрезом, это я точно помню. Так, это у нас, по-моему, да, это у нас лед и токсин, так у нас появился эффект вируса, никуда у нас не поменялся. То есть те же у нас 6900 остались. Ну, давайте посмотрим, как у нас с вирусом справится данный билд. По мне, так скорее всего то же самое останется. Ну, не посмотрим, не узнаем. Как мне показалось, пулеметчики довольно-таки полегче стали ложиться. Нет, не показалось. Далеко не показалось. Пулеметчики немножко легче. А, все говорят насчет этого. Во. Ну как-то так. Ну и вот приехали, у нас кончились патроны. Ну что сказать, оружие неплохое, нехорошее. Минусы у него, конечно же, есть, это собирать его долго муторно, полярить его тоже тот еще вопрос, потому что надо где-то примерно 5-6 форм. Плюс еще мод разлома, который, скорее всего, будет недорогой, где-нибудь платины. Может быть 100, может быть 150, но тут, как говорится, дело вкуса. Стоит ли данное оружие полярить и с ним балдеть? Я думаю, нет, потому что у нас есть такое прекрасное альтернативное оружие данной баллистике, это как Акамагнус, Акалекс, Акаболта, да и скорее всего много чего еще найдется. Если подобный мод попадется, стоит ли его оставлять в свою коллекцию? Безусловно, да. Стоит ли данным оружием выебываться и тащить сложные миссии? Ну, скорее всего, нет. Не такое уж оно и имбовое. Побаловаться пару миссий, пару так вечеров, да, безусловно, стоит.
А так, ну, как говорится, думайте сами, решайте сами, экспериментируйте сами. Ну, на этом все. Пока. Oh, I'm just able.